На перекрестке улиц Первомайский проспект, Вокзальная, в направлении движения в сторону центра левый поворот запрещен. Однако некоторые водители считают, что данное правило на них не распространяется. Выезжая из-под железнодорожного моста, наглецы совершают незамысловатый маневр прямо перед лицом добропорядочных водителей. А сегодня прямо перед сотрудниками ГИБДД. Поворот налево происходил, правильно? Просто станок. По факту ехал же прямо, а потом повернул налево. Прямо? С той стороны, правильно? Я ехал на Первомайский вокзал, повернул налево. Что многие так делают, просто сейчас не понимал никогда. Ну, наверное, так чувствовал, что что-то неправильно, да? Но... Да, я что именно, просто не знаю. При составлении административного материала на горе-водители в основном все оправдывали себя тем, что, по их мнению, все так ездят. К сожалению, забывая не только о правилах дорожного движения, но и о взаимной вежливости на дороге. За данное нарушение правил дорожного движения, согласно части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. В общей сложности за непродолжительное время проведения данного мероприятия было выявлено 12 нарушений. В ГИБДД рассказали, что профилактические рейды будут продолжены. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».